16 августа. Биолог Евгений Гуськов родился 16 августа 1940 года в Ростове. Еще в школе увлекался биологией, в особенности всем, что касалось змей. Окончил биологический факультет Ростовского госуниверситета. Первые научные работы Гуськова были посвящены изучению внутривидовых изменений у змей. Занятий зоологией ученый не оставлял до конца жизни. Его гордостью было открытие нового вида нематод. Генетиком Евгений Гуськов стал с легкой руки ректора РГУ Юрия Жданова. Он впервые в мире показал мутагенный эффект кислорода для соматических клеток человека. Исследовал генетические последствия воздействия различных режимов повышенного давления кислорода на микроорганизмы, растения, животных и человека. Эти пионерские работы принесли ему известность не только в России, но и за рубежом. Им подготовлено более 300 специалистов-генетиков, в том числе 23 кандидата и 3 доктора наук. Кроме разносторонних научных талантов, Гуськов был также известен как поэт и публицист. Американская певица Мадонна тоже родилась 16 августа. Она постоянно изобретала заново свою музыку и образ, а также стала примером женщины-музыканта, которая сделала успешную карьеру в сотрудничестве с крупным лейблом, сохранив при этом творческий и финансовый контроль. Достигла огромной популярности, выходя за рамки ограничений текстов, поп-музыки и образов видеоклипов, ставших неотъемлемой частью MTV. Многие песни Мадонны достигли первого места главных музыкальных чартов. Среди них «Лаис Лабонита», «Like a Player», «Vogue», «Frozen Music». Мадонна считается самой коммерчески успешной исполнительницей в истории по версии Книги рекордов Гиннесса. В мировой прессе певицу часто называют королевой поп-музыки.